Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Интроллер, и добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы поговорим про тиксы, добавят их или не добавят. Собственно, чтобы вы узнали все ответы на все ваши вопросы, вы должны досмотреть этот ролик до конца. Потому что все самое важное будет именно в конце. Поэтому желаю приятного просмотра, ну а мы погнали! В общем, друзья, как вы поняли, мы сегодня будем говорить про тиксы. И для начала давайте так скажу. Эту информацию уже много кто снял из популярных людей по этой игре. Поэтому я, в принципе, ну, мало, мне кажется, чего нового скажу, но я постараюсь что-то новое от себя добавить. Так как все-таки, как это сказать, ну, много кто уже снимал, поэтому информация все равно будет повторяющейся. Правда, ни у кого ничего не буду копировать. Значит, перед началом этого офигенного ролика нужно обязательно подписаться на канал, поставить лайк и написать топовый комментарий, который попадет в следующее видео. Ну а перед вашими глазами топ-комментатор прошлого видео. Топ-комментатор. Значит, вот он у вас был на экранах. Значит, кстати говоря, нужно еще вспомнить, что у меня есть своя группа в Роблоксе, в которой продается мерч. Интроллер Студиос называется. Значит, заходите по ссылке в описании и можете купить себе мерч. Есть такой мерч, версия вторая, то есть версия первого мерча, вторая, штаны к ней, это монстр мерч, то есть это отдельная линейка, и к ней еще штаны, и это уже новая версия ютубовского мерча, то есть вторая версия. В общем, почему я записываю этот ролик? Записываю, потому что много кто начал это снимать, честно. Это очень довольно-таки интересная информация, и, мне кажется, много кто и ждал. Значит, для начала начнем с того, что в Роблоксе была раньше такая шляпа. Сейчас я сниму все, что у меня есть, и мы тогда посмотрим. Вот такая вот была кепочка, можно сказать. Да, это кепочка, на которой изображен логотип тиксов. Значит, это была такая валюта, кто не знал, которую можно было обменивать на робоксы. И эту валюту можно было получить бесплатно. За эту валюту можно было купить всякие штуки. Значит, это у нас вещь была затенена за тиксы, теперь она уже не продается. То есть она очень, да, очень редкая была сейчас, на данный момент. Раньше была не особо редкая. Значит, и все бы ничего, если бы это просто так и осталось. Значит, вышла вторая мерча... Вторая версия этой кепки, значит. Это... Тоже также называется почти, только просто Tix Cap, то есть кепка тиксов. И это специальные знания. То есть оно получается у нас новое. Его можно в Photoshop посмотреть. Что оно у нас новое, собственно. Сейчас заходим в шоп. Он наш любименький. Потом продолжаем. Значит, здесь вы просто ищете что-нибудь, не важно ничего, просто... или важно. Блин, не понимаю, ладно. Давайте что-нибудь выберем, какую-то категорию, просто featured. Вот, теперь вы можете выбрать недопустимые к продаже вещи, показать. И, собственно, у нас получается recently updated, то есть недавно обновленная. И сейчас мы попробуем найти эту с вами... как его? Получается... Нет, подождите, не то сейчас, сейчас. Аксессуары. Как же это найти? В общем, не суть. А эта штука новая, как она отображается, новая. И что же с ней связано? Значит, это получается вещь, которую недавно добавили совершенно. И тут написано, получи эту эксклюзивную вещь с помощью того, что ты будешь подтверждать код из Roblox игрушки. Посмотри эту страничку, чтобы узнать больше. Мы переходим по странице Roblox Toys. Вот здесь можно, как вы понимаете, ваш код ввести, который был, если вы покупали какую-нибудь игрушку, и получаете специальный код здесь. В общем... У нас этого кода нет, поэтому мы выходим отсюда.
И тут вы можете посмотреть, значит. Чтобы вы понимали, на каждой игрушке, если вы покупаете ее в каком-то магазине, реальном или интернетном, ну, по крайней мере, у вас эта игрушка должна быть реальная, то есть это не что-то из Роблокса виртуальное. И там у вас есть должен быть код где-то. Вы можете ввести и получить какую-то вещь. Значит, где можно купить? По-моему, только в Америке сейчас. Нет, не только. Ну-ка, есть страна, в которой еще живу. В России можно купить. В общем, ладно. В стране моей нет. В общем, вы можете где-то купить игрушку и наслаждаться ей, и еще и получить халявную вещь в Roblox. Хотя, по сути, она не халявная, если так уж. Потому что она стоит денег, которые вы потратили на игрушку, но, с одной стороны, вы заплатили же за игрушку, а не за саму вещь в Roblox. Поэтому она как бы халявно достается. В общем, вот, в принципе, все новости по этой шляпе. Многие, может быть, пишут, что прям вот добавили тиксы или что-то. Но я надеюсь, что добавят их все-таки на Новый год. То есть, может, там на пару деньков добавят, и мы сможем понаслаждаться тикетами. Потому что я не застал их в игре на тот момент. То есть, я, собственно, зашел после того, как эти тикеты уже были. То есть, я недостаточно олд, чтобы их увидеть. Мне очень интересно ими пораспоряжаться и так далее. То есть, мне прям очень хочется увидеть, как они были в Роблоксе. Потому что у меня такого себе еще не мог позволить. Потому что тупо не успел. Да. Последняя игра была очень классная. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поставили обязательно лайк этому видео. Подписались на этот офигенный канал. С вами был, как всегда, Интроллер. Всем приятного настроения. Всем пока-пока.